Ой, как ты ее любишь. Очень обожаю. Да? Да. Ну, молодец. А вот однокурсникам кому ты хотел такой подарок пожелать? Хотел бы. Кому? Маму еще. Ольге Кубковой. Ольге Кубковой. Ну, иди. Дай ей такой подарок. Ну слушай, ну ты вообще, ну это не серьезно. Нет. Нету? Из игры. Ну вот, нет, ну, а кому бы ты решил такой подарок преподнести? Латкину. Так что, Латкин, не обессудь. Тебе хороший подарок. Ну вот, сметатель в машине, что там говорит. Близким своим друзьям, кому ты хотел такой подарок приобрести? Никому, спаси бог, упаси, нет. Никому. Ну, знаешь, иногда требуется... То слово, которое у тебя написано, обязательно ты в этом месте был и не раз был. Это уже 100% мы тебе гарантируем. Вот ты хотел бы еще в это место сходить? Нет. Только один раз. И то за рубль 80. Рубль 80, я так дам. Стоил рубль 80. Хорошо. А кому бы ты пожелал вот в это место идти, которое у тебя написано? Ну, всем, у кого любимый человек есть. Кому по всем? Это пиздец. С кем ты хотел посетить это место? Миш, для него не проблема, вот понимаешь, он... Нет, ну, Кой Лапкин. Нет, он Миш понимает. Кой Лапкин, Валя хотела Лапкин сходить с тобой. Нет, извини, конечно, а что? Ничего такого. Валь, Коль не против. Конечно. Помолиться, что нельзя. Да, а что? Эх, Валя, я тебе моргал, но опять Лапкин выбрала. Ну, земляк, я говорю. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду танцевать и надеяться где-то, что вы скажете туда, и когда на волне, а я буду танцевать и надеяться где-то, что вы скажете туда, и когда на волне. И когда я свое, на слезы до России потребую, будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться на тебя. А я тебе зову, пошли. Никогда обо мне. Я так, пошли на волку, пошли. Нет, Татьяна, пошли. А тут кто-нибудь останется? Да. Я останусь. Идите, я останусь. Наталья, не снимай компромат. Ты какой? Теперь узнаем. Первый, второй этап, третий. Я уже на третьем, седьмая палата у меня. Палата, блядь, комната.
остался ты там я. Подними, пожалуйста. Ага. Я знаю, что мне попкал ложится. Не так больно. Ага. На ковре из желтых листьев платьице простом из подаренного ветра крепдешина. Танцевала поворот мне очень маль послёт от лета. Тёплый день и хрип обнялся сапог и со всей огромной люди приходили к нам. Которому лучше. Какая-то, а? Как-то раз мы другом вместе приехали буйнуть лесную пыль. А с нами штук 10 красавиц. А это свадьба, свадьба, свадьба пела. И написала, и крыла, и написала, и крыла. Только нет, свадьба пела, не стопала. Субтитры сделал DimaTorzok.
где мне взять такую песню? Чтоб никто не догадался, что это песня о любви. И чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что это песня о любви, что это песня о любви. Да поля, брау, брау! Это был? Yeah. Нет, мы с Дамиром уже 3 месяца к этой песне готовим. Да, да, да. То он пьяный, то я. Но, в конце концов, экспромтом вот это дело все мы нормально, Оля. Понравилось.